Всем здорово, ребята. Ну что, у нас сегодня колда опять, Call of Duty Mobile. И я решил сегодня показать вам, как же можно сделать ядерный взрыв. Очень обалденная тема, особенно под конец, когда он заходит. Очень решает. Сейчас я найду дело. Вот он, ядерный, у меня уже 66 раз, 30 противников в течение одной жизни. Но, как ни странно, бывает, срабатывает раньше. Поехали в сетевуху. Единственное, я сейчас поменяю комплект. Со снайпой быстрее набивается. Надеюсь, мы сможем набить. Сейчас намного больше появилось противников с эмуляторами, которые играют точно так же с эмулятора, хоть интереснее играть. В общем, поехали. Надо сделать 30 киллов в течение одной жизни. В принципе, это реально. Единственное, у меня сейчас стоят серии очков, которые, в принципе, немножко мешают. Особенно можно убрать отсюда вертолет, ну поставить сейчас дрона и этот БПЛА ракету. В общем, покажу вам сейчас, как это все работает. Надеюсь, у нас удастся это сделать очень быстро. Ну, тема реально крутая. Да, загрузка, конечно, больше всего вымораживает, целых 40 секунд. Плюс там еще 15. Так, берем вторую мышку. То есть нам надо в течение одной жизни убить 30. Так, окей, поехали, попробуем пока таким вариантом, может получится. Но очень многое зависит еще от серии очков, которую вы выберете. Можно пока перезарядиться. Как это они так близко подобрались? Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй, убили нас. Сейчас попробуем на второй заходик. Вряд ли мы уже здесь сделаем. Надо это сделать в течение одной. Видите, сбоку забегают. Ну, все зависит, конечно же, от тима. Сейчас по Берику сделаем раунд. Как-то странно, да, вот взрывы идут, вроде кидаешь нормально, надо под самые ноги кидать, взрывной волны не хватает иногда. Он меня, я не успел. Так, а это он с базуки был. У меня как-то один раз ядерка появилась на 28 кило. И я не понял, каким образом, конечно. По идее, должно быть 30. Ну, видите, пробивает тоже, пробивает. Многие не знают, что можно вот так вот пробивать без проблем. Вот
Меня откуда-то кильнули. А, он оттуда увидел. Не успел. Сбоку, ладно, попробуем сейчас на второй каточке. Пацаны развлекаются как могут на последних раундах. Такс. Сейчас поменяем немножко серию очков. Уберу вертолеты. И ракету поставлю. Так, место попало. Оно здесь, по сути, не очень нужно. Поехали. Надо, кстати, будет прокачать дробаш, добить, выполнить задание, чтобы дойти побыстрее до 100 левела, забрать топовую плюшечку для прокачки. Там плюс 10% опыта. Сделать 30 киллов. А, и туда и дрон полетел. Короче, как обычно. Самое главное, чтобы меня сейчас не слили. Особенно тем же самым дроном. Наверное, даже нафиг надо это делать. Блин, 41. Дадут сделать серию или нет?
Блин, сейчас заберут мой фраг. Вот есть. Мы это сделали, ребят. Вот так вот сейчас вы увидите, как выглядит ядерный взрыв. 10 секунд, я надеюсь, мои не убьют. Три фрага. Вот пошел обратный отсчет. И все, все беленькое. Вам сразу дают 5 киллов, без разницы, они... Вот так вот. Вот такой вот, ребят, ядерный взрыв. Без разницы, или они там с неуязом, или с уязом, 5 киллов сразу же засчитывая тех, кто на поле боя. Но опять же, это надо сделать 30 киллов, поэтому, наверное, в ранговых боях это просто unreal. Его сделать, это чисто здесь можно его еще попробовать сделать, потому что 30 киллов и выжить — это unreal, честно говоря, в ранговых. Это, наверное, все понимают. Вот 34 килла у нас получилось. Вот такая вот серия, то есть, в принципе, довольно-таки неплохая, как по мне. То есть она дает возможность быстрее бить. Ну, конечно, против того комбо, что я показывал, там, где быстрые катки, это хуже. Здесь чисто ради наград, ради ядерных взрывов можно попробовать побегать, потрешивать. Поехали, еще одну катку сбегаем и попробуем сделать еще один ядерный. Самое интересное, что вот реально здесь попадается и кокосовый хорек, боты, которые просто вот такие же, как и вы, 64 и второй ранг, но это реально в основном все боты. Так, делаем перезарядочку и побежали. Четверочка пошла. А я сейчас не знаю, мы вряд ли тут кого-то. Нет, двоих слили. Самое главное — не тратить очень много со снайпы пуль. Рановато, конечно, я ракету выпустил, ну да ладно. Вот видите, он и без, хотя он и без неуяза, то есть, ну, я не могу по нем попасть. Вот это реально какой-то или минус, или баг.
Так, плюс 2 есть. Что у нас на снайпе 6 осталось? Все. Ну вот опять есть ядерка. Если мы сейчас ее используем. Не факт, что... Так, запустили дрона. Что мы затащим? Единственный варик — это добить их. Видите, они все ослеплены. Вот мы использовали ядерное. И затащили каточку. Вот так вот. То есть такая вот серия, она реально очень хороша. Второй ядерный подряд для набивания ядерных взрывов. То есть можно колбаситься, сколько влезет за день. Говорю, у меня уже их 66. Уже, наверное, больше сейчас посмотрим. Ну а с мобилки это, конечно, Unreal. Сделать ядерку. Тем более в таком количестве. Такс. Смотрим. 68. Вот так вот получили ядерный. Ядерный убийца 31. А ядерный... Ну, видите, я не всегда использовал его. Вот ядерку я 31 набивал больше 68 в течение одной. Вот так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков по серии комбо. Всем удачи, всем пока.